Всем привет, друзья, с вами я, Жан Сид. Сегодня я вас научу, как нужно отправлять спрайт в Dropbox на YouTube. Смотрите. Вот, я, например, хочу скинуть своему подписчику Макадин ФНФР и Мастер. Копировать ссылочку. И вот. Вот, например, например, у меня есть. Короче, вот, это мой подписчик. Сейчас я ему пришлю эту модель. И все, готово. Всем пока и всем удачи. Пока-пока.